Друзья, я поздравляю всех! 703-й голос начался! Ясно, что Ясно. Будет классно. Иди на живот, на кулак иди. Да? Так поешь? На кулак? На кулак. Я жене кулак подставляю. Как бы сказал Александр Борисович, я обалдеваю, да. Мы настолько обнаглели к третьему сезону, что позволяем себе такие вольности. Ноты красивые и ласкают ушные раковины. Вы знаете, много лет назад я играл на барабане. Спасибо. Спасибо. Александр Борисович. Все надо. Александр Борисович. Что вы хотите? Не переключайтесь. Ты стоп, сволочь. Переключайся, что ли? Может, нельзя было набрать в наставник людей постарше? Я солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат. Когда будет поворачиваться Пелагея, я поворачиваться не буду. Нравишься ты мужчинам, Поля? Да нет. Потому что нельзя быть красивой такой. Та-да-та-да-та-да-та-да-та. Выбирайте меня. Пожалуйста, пойдемте ко мне в команду. Я настоятельно вас прошу. Выбирайте, пожалуйста, из нас двоих меня. Пойдем. Мы будем плясать с тобой. Это просто за предел. И пошли, пошли. Давай. Победный танец морских котиков. Ох уж эта гречка. Я давно не ел гречку, может, поможет. А вот видишь, тебе тоже для танца играют музыку, а? Я милого узнаю по походке. Ботиночки он носит. И она играет. Жесты-то какие верные жесты. Я узнаю по походке. Кнопку жмите. Слово предоставляется начальнику транспортного цеха. Я бы не сидел бы здесь бы, если бы я не портил всю картину. Какой я гадкий, но отвратительный вопрос. Александр Борисович, включите тумблер доброты. Сейчас сделаю. Я такой деспот. Ой, а мы-то тебя таким не знаем. Давай! Лизе! Хотели? Получите. Может быть, дуэтик? Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, безумную.